31 октября в аметистовом зале Донецкой филармонии литературно-музыкальная программа Елены Марченко «Горький роман». Программа посвящена романтической и трагической истории любви Айседоры Дункан и поэта Сергея Есенина. Музыкальное сопровождение «Фолк-бенд «Русский акцент». Художественный руководитель Олег Просвирин. Программа проходит в рамках Года русской культуры в Донбассе. Подробности в кассе и на сайте филармонии.